уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Уважаемые зрители, в сегодняшнем обзоре я познакомлю вас с одной очень интересной монетой 1986 года. Она ничем не примечательна, кроме только одного. Это гурт. Друзья, среди трехкопеечных монет 1986 года есть особая, очень редкая разновидность. Она представляет повышенный интерес для нумизматов, коллекционирующих монеты советского периода. Давайте вначале рассмотрим причину появления этой редкой монеты. Все дело в том, что на Ленинградском монетном дворе выпускались не только денежные металлические знаки, используемые в СССР. Здесь время от времени выполнялись заказы и дружественных к Советскому Союзу государств. То есть чеканились разменные монеты для других стран. И вполне естественно, что там применялись и разные гуртильные кольца. Если у советских трех копеек обычно на гурте было обычно 124 рифления, то у иностранных монет подобного диаметра, которые чеканились на Ленинградском монетном дворе, их могло быть и больше. Около 180. Друзья, вполне возможно, что это и послужило причиной появления разновидности этих редких трех копеек 1986 года с более частым гуртом. Но если в 1985 подобных монет с чужим гуртом было выпущено относительно много, то в 1986 их отчеканили значительно меньше. Это и привело к тому, что их цена сегодня достигает $800 США.